Здравствуйте, меня зовут Константин Владимирович, я врач-стоматолог-терапевт. В этой сфере работаю более 10 лет, конкретно в клинике «Улыбнись» более 5 лет. Выполняю полностью весь терапевтический объем, то есть это лечение зубов, лечение каналов, подготовка под ортопедические конструкции, отбеливание зубов, профессиональные чистки. Конкретно в нашей клинике мы используем самые современные материалы, то есть, ну, условно говоря, можно их позиционировать гораздо выше среднерыночных распространенных материалов. У нас есть современнейшие методы обследования, то есть некоторые вещи, которые в других клиниках, допустим, пропускают, мы можем точно диагностировать. Аппарата компьютерной томографии, где мы можем просмотреть все нюансы, все скрытые полости, все даже небольшие воспалительные очаги, то есть это все становится наглядно, и мы можем это даже презентовать, показать пациенту, и он сам увидит, какие у него есть проблемы, необходимо ли с ними заниматься. Чтобы максимально редко сталкиваться с врачом-стоматологом лицом к лицу, необходимо поддерживать гигиену в достойном состоянии и вовремя проходить профосмотры. В принципе, это не занимает много времени абсолютно, то есть единственное, это нужно делать регулярно.